Всем привет, дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Кого-то уже с наступившим, возможно. Записываю немного заранее. Естественно, видео выйдет оно 31-го, там за пару часов до Нового года по моим. И я бы просто хотел оговорить небольшие итоги. То, что у нас с вами за этот год случилось. То, что мы сделали, то, что мы с вами преодолели и все такое. Во-первых, да, я украл сцену из дуэльного капа, но тут, в принципе, все неплохо умещается, поэтому почему бы и нет. В общем-то, изначально большое спасибо Носфу, что мы смогли переехать на DF Comps. По-моему, в этом году мы это сделали. Сайт, безусловно, будет развиваться. Возможно, он переедет на домен. На домен не поменяет, типа, свою структуру, свою схему. А просто на домен он переедет, на домен defrag.ru. И у нас будет тот же DF Comps, просто под названием defrag.ru. Я думаю, что более логично по игре defrag иметь сайт defrag.ru, а не DF Comps. Хотя, ну, DF Comps нас тоже вполне устраивает, но тем не менее. Мы сделали много новых форматов проведения турниров, за что вам также большое спасибо, за поддержку, за идеи и вот это все. Без вас, без тебя, конкретно без тебя, вот ты сейчас смотришь, без тебя не было бы этого всего, и только благодаря вашей поддержке Defrag живет, только благодаря вам это все происходит, так что не думайте, что все там на двух-трех людях держится. Держится все на абсолютно на всех. На хейтерах, на тех, кто ставит дизлайки постоянно под видео, да, Илья? Ну, в общем, сделали мы онлайн-капы. Сделали мы дуэльный кап, чему я очень рад, забегая под конец года, да, немножко. Дуэльный кап самый, я думаю, масштабный получится по итогу. Я хочу попробовать с ним пройти как-нибудь на ESL, либо на какие-то более такие крупные площадки проведения турниров. И, возможно, у нас что-нибудь да получится, почему бы и нет. По поводу сотрудничества с Open Cyber League, большое им спасибо также, потому что благодаря им мы показали дуэльный турик более максимальному количеству людей, чем могли бы мы себе позволить, вероятно. Также спасибо им за развитие и мое личностное в качестве комментатора. Это мне очень, думаю, поможет в будущем. Ну и, естественно, просто за сотрудничество. То, что им тоже нравится Defrag. И это, безусловно, приятно, что многим, как оказалось, нравится Defrag. Но никто его до этого не пытался толкать в массы. Но мы с вами, я надеюсь, сможем. За этот год наш канал примерно вырос, ну, не знаю, в раза 2-3 точно, потому что, насколько я помню, мы в прошлом году сделали этот канал. Вроде бы. Или в позапрошлом. Я посмотрю на историю канала, и даже сейчас давайте я это сделаю при вас прямо. Если я найду. Каналы. YouTube, конечно, не очень сильно растет, не знаю, с чем это связано, но вот Twitch. Twitch вполне себе обогнал уже YouTube за достаточно короткое время. Поэтому я думаю, что Twitch, возможно, станет основным все-таки. Понятно, что мы будем постоянно выкладывать это все сюда. Так, дата регистрации 16-й год, конец 16-го года, 19 ноября. Ну, то есть, грубо говоря, ну, год и, да, два года, да. Ну за год выросли, все равно очень-очень сильно выросли. Если мы точно помним всегда количество, как минимум, зрителей, да, на стримах было около 10-20 человек, сейчас добирается уже до 50, прям вот без всяких рестримов и так далее. Это, безусловно, очень мотивирует и дает, как бы, придает желание делать что-то большее, что-то придумывать. Так что вот. Спасибо огромное также и КГ7Х за отличную поддержку, то, что на турнире он нас очень выручил и предоставляет сервера, и делает тоже все возможное, чтобы Defrag рос.
Спасибо вообще всем, спасибо тебе, дорогой зритель, спасибо тебе, даже если ты не играешь в Defrag, просто следишь. Спасибо большое, я надеюсь, что мы сильно-сильно вырастем. Я начинаю осваивать потихоньку Sony Vegas, как все могли заметить, и я думаю, что буду пробовать себя как интервьюера. То есть, я думаю, найти пару человек, с ними попробовать поговорить, позаписать это все дело. Не знаю пока в каком формате, это достаточно тяжело, потому что делать как бы обычное аудио, да, на фоне картинки, я не думаю, что это как бы нужно вообще. А вот что-то придумать как-то с вебками хотя бы, да, или что-то вот, что-то как-то вот сделать, все равно приятнее смотреть на лица людей, когда они разговаривают. В целом планы из глобальных, вот единственное, то, что я хочу попробовать протолкнуть куда-то Defrag в более широкие массы, показать миру, так сказать, что Defrag до сих пор жив, что Defrag может и будет и является самой спидранерской игрой в мире. Это прям вот без преувеличения. И об этом прекрасно все знают, все, кто в курсе. Ну и в целом, я думаю, все, 6 минут мы наговорили. Поздравляю еще раз всех с Новым годом. Спасибо вам огромное, то, что поддерживаете, то, что цените, то, что мы делаем. Нам также приятно постоянно видеть вашу поддержку. Не забывайте, что я очень слежу за статистикой, ну это реально важно, это реально подхлёстывает, когда вот я, допустим, сделал, кстати, по поводу клипов с Твича, я выпустил недавно, можете найти на канале первую подборку клипов, там буквально несколько штук я склеил, посмотрите, если вам такой формат нравится, я могу делать так еще, в принципе, клипают на Твиче, их можно просто накачать и сделать еще пару подборок спокойно. Или, допустим, единичные, только с рекордами выкладывать, да? Тут уже сами посмотрите, ваше мнение также очень важно. Ну и в целом, я думаю, все. Следующий год нас будет радовать, я думаю, мировым чемпионатом, на котором я собираюсь выступить на все 134%. Также я планирую еще один дуэльный турнир сделать, потому что формат всем зашел, формат всем понравился, и я думаю, что в будущем именно такой формат может стать основным. Не Defrag World Cup, потому что это все равно, ну, старье, грубо говоря, да? Понятно, что дань уважения вот этому огромному опыту, то, что проводились там с 2001 года по сегодняшний день, уже, грубо говоря, 20 лет. Конечно, огромный-огромный респект организаторам, но все-таки это устарелое уже и по факту является просто забегом на там 7-8 офлайн варкапов, грубо говоря, в онлайне играть нельзя, ничего делать нельзя. А Defrag Duel Cup, он отличается именно тем, что игроки просто готовятся на протяжении недели, и в дальнейшем можно будет внести, к примеру, сетку лузеров, там, какие-то нововведения, да, и растягивать, допустим, на 2 недели участие. То есть суббота-воскресенье, суббота-воскресенье. Я думаю, это будет нетрудно, я думаю, это будет интересно. Мы, конечно, еще раз все продумаем, еще раз обо всем подумаем, еще раз обо всем расскажем. Заходите обязательно в группу ВКонтакте, там не очень часто бывает информация, но иногда, когда я не забываю, я, естественно, там что-то выкладываю. Ну и все, всем спасибо, уже вот 9 минут. Открывайте шампанское, празднуйте. Очень буду рад, если вы по-прежнему останетесь с нами. Ни в коем случае не бросайте Defrag. Если какие-то вопросы, у вас какие-то трудности, обязательно пишите, я обязательно помогу. В общем-то все, ребят, всех с наступающих, всех с Новым годом. Всем спасибо и увидимся в следующем году.